длина только выйдет этой конструкции 4 метра. В общем, кому интересно, буду показывать, что получается, какие-то операции. Как вот здесь, например, тоже строгание и фугование я убрал, сразу готовый элемент. Ну, вот такой, друзья, получилась конструкция щитов, которых вы видели. Вырезали мы одну половину дракона. По размеру. И вклеить. Где-то будут щели, примыкания. Здоровенный получился дракон. Ну все, дракон на месте перекручен. Сейчас будем зашивать вот этот борт. Один уже наполовину зашит. На заклепочках здесь продолжаем зашивать.
фактура раскрылась. Осталось теперь покрыть маслом. Масло будет тиковое, цвет венге, бормовское, на первый слой. Вот это все нужно будет убрать, как подсохнет. И будем красить вот коровы. Покрывать будем бормовским маслом, тик, цвет темный орех. Вот темный орех венге. Таким же цветом, как сам дракон. По брашировке сильно глубоко не брашируйте, если кому это интересно. Лиственница слегка достаточно брашировать синтетической кисточкой, и фактура открывается офигенно уже. То есть здесь глубины такой нету, как в сосне, например, требования, чтобы как-то она фактура появилась. С лиственницы такого нет. То есть никакая сосна, как лиственница, выглядеть не будет. Вы ее хоть забрашируйтесь, 100% вам дает. Сосна под темным маслом больше смотрится, как грязная доска такая. Ну, если относительно, конечно, сравнивать с лиственкой. Лиственница смотрится более благородно. Кто канал давно смотрит, знает, у меня очень много мебели, изготовленной именно из лиственницы. Ну и все, в растир сильно лить не нужно. Излишки сразу растирайте. Желательно бы на суточки так что-то постояло. После высыхания она немножко станет побледнее. Можно уже прозрачным маслом будет покрыть. Или в растир таким же, но без цвета. Тогда появится уже такой небольшой блеск, как эффект мокрой доски. Вот так вроде получается. Огонь, просто огонь. Такой вот получается 4-метровый кораблик с таким вот дракончиком. Ну вот какая-то часть уже сделана. В общем, кому видео понравилось, друзья, оставляем комментарий, лайк, подписка. Продолжение следует. Вы видите, что из этого получается. Всем удачи и пока. Кто досмотрел до конца?